Всем привет, вы на канале Китайский Бампер. Сегодня обзор на мультитестер DT9205A. Мультитестер, то есть многообразие функций в нем присутствует, наверное, все это знает. Два провода для проверки, инструкция, коробка. Так, что у нас? Такой вот мультитестер, в нем одна крона, батареечка крона, здесь фигня какая-то, можно ставить. Так, дальше что? Ну, крутится вся фигня, кнопка включения и кнопка удержания, то есть можно нажать и запомнится то значение, ну не запомнится, а остановится то значение, которое было. Вот, а так-то обычный мультитестер, и вот у него силиконовый такой чехол, у него тоже есть подставка какая-то, есть специальные такие штучки для держания проводов. В общем, такой вот мультитестер, такой обзорчик. Если кому-то надо, покупайте, можно взять обычный мультитестер, у этого больше функций, которые не нужны обычному пользователю. Вот такой обзор. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До следующего видео.